Огромный фонтан воды, неожиданно забивший из-под земли в районе железнодорожного вокзала, вызвал шок кызылординцев. Вода мгновенно залила огромную территорию. Авария вызвала негативные отзывы и широкое обсуждение в сети. Сотрудники ТЭЦ сегодня дали разъяснение о причине коммунальной аварии. Авария на трассе произошла в районе переулка Игылек. Лопнули трубы диаметром 630 миллиметров. По словам тепловиков, авария произошла во время опрессовки тепловых сетей, то есть когда проверялась система на прочность и герметичность. Эта труба проверку не прошла. Согласно требованию СНИП, с 20 сентября по 10 октября текущего года предприятием Кызылорда-теплоэлектроцентр проводятся опрессовывательные работы под давлением до 16 килограмм. Данное мероприятие необходимо в целях подготовки к предстоящему отопительному сезону, чтобы предприятием, персоналом предприятия выявить узкие тонкие места, где возможно будет в период отопительного сезона порывы, аварии, другие неполадки в тепловых сетях. В этой связи мы сейчас до начала отопительного сезона выявляем наши узкие места и устраняем. К счастью, пострадавших нет. Авария устранена в течение 2 часов. Вся вода на сегодня полностью выкачена. Вокруг все сухо. На данный момент ведутся работы по замене труб на этом участке. По словам тепловиков, на данном участке замена труб проводилась в 2007 году. И хотя срок эксплуатации около 20 лет, из-за подпочвенных вод трубы раньше времени приходят в негодное состояние. Этот вопрос решается. Планируется закладка так называемых предизолированных труб.